друзья, всем добрый день, с вами Полина и игра Tekken 7. В прошлом видео в аркадном бою я играла за Джоузи, я всех резал. Она, ну, по моим догадкам, по моим додумкам из Бразилии, откуда-то оттуда, в общем, и она меня приятно удивила. Ею действительно здорово драться, она, конечно, не так крута, как Хлоя или Лили. Или Катарина, или Нина, но и она тоже здорово дерется, она умеет летать без крыльев, в общем, цены просто ей нет. Она классная и всякое такое, разве что ее характер меня немножко смущает, она нервничает перед боем. Похоже, что бои даются ей не просто, она не верит в свои силы. В общем, сомневается в себе, мне это, если честно, не понравилось. Так не надо делать, и если ты будешь уверена в себе, то это придаст тебе дополнительную силу, а если будешь сомневаться, то, ну, скорее всего, даже все эти силы, что у тебя были до этого, и они тебя покинут. Так, поскольку у меня здесь выбор невелик остался, всего-то китаянка, да, вот этот вот баран, то давайте я выберу Элизу. Просто Элиза без какой-либо фамилии. Ну что ж, ладно, она вроде как вампир. В прошлом видео она показала себя, по крайней мере, такой. Давайте посмотрим, что она умеет. Мяу, Катарина! Черт! Что такого я сделала, будучи бараном, что... О боже, снег, ничего себе! Катарина, тебе не холодно? Мяу! Что я такого сделала, что милиция пришла за мной? Или полиция? Так, ну, я так понимаю, что Элиза будет довольно слабенькой, да? Разве что... там мыши летали у нее. Ничего себе, клево как... Я думаю, у нее, знаете, магии она будет отличаться, разве что... Ладно, все. Пришло время для наказания, Катарина. Буду тебя карать, хоть ты и пришла меня задержать. Как смешно, ладно. Что же, она вампирша, я не знаю, ведьма, демон, черт его знает кто, но она... Блин, классные движения ногами, но, наверное, она... Не, как она клево умеет. Я не думаю, что она прям так уж сильная. Это мы где находимся, в России, что ли? Но какими судьбами меня сюда занесло? Катарина, ты мне не ровня, смирись, блин, ты слабенькая. Такс. По идее, что-то я могу использовать мне. Пожалуй, выпью твои крошки, Катарина. Шкала, которая внизу заполнялась постепенно, о чем это вообще говорит, я вот не поняла. Я как будто могу что-то использовать, но между тем я понятия не имею, что именно. Эй, Джоузи! Что такое? Почему мне с девчонками драться надо? Блин, я всегда спать хочу. Но, несмотря на то, что... Не нервничай, Джоузи, все у тебя получится, все выйдет. Ну, не со мной, конечно, получится, не меня победить, конечно, но вообще все получится. Я могу даже, если хочешь... Ау! О, боже, боже, Джоузи, ты что творишь? Жесть какая! Если хочешь, я могу амулет даже какой-нибудь предложить тебе, может быть. Я же ведьма. Нет, там самолет быстро. Эй, вертолет. Откуда он взялся? Ау! Кажется, мне пора активировать мой рейджат. Иначе я не выживу. Я довольно слабенькая ведьма. Позвольте мне погладить тебя. Ты же не против, Джоузи? Джоузи, как тебе нравится в этих... каменных джунглях, ты же из Бразилии, из обыкновенных джунглей, здесь каменные. А ты у кого драться училась? Ау! Просто здорово дерешься, мне нравится. Я даже неплохо вроде как ногами работаю, но тем не менее мне до тебя далековато. Нет, Джоузи крута, конечно, бесспорно, но я не за ту болею. Блин, у ведьмы обувь прикольная. Это полностью из меня.
Выжила все соки, я хочу спать! Отпустите меня, отстаньте от меня все! Спать, спать, спать! Вечно сонная ведьма! Ну, конечно, я же вампир, меня солнечный свет убивает просто! Как Джоузи эти каменные джунгли. Опять меня разбудили. На сей раз какой-то чувак. Ладно, почему бы с парнем и не убиться в конце концов? Как тебе вода нынешняя? Точнее, та, что вот здесь есть. Round one. Fight. Нынешняя вода странно прозвучала весьма и весьма. Ну ладно. Как тебе эта вода, которую мы здесь видим и на которой мы стоим? Прям, блин, на водной глади деремся. Я надеюсь, здесь не очень скользко. Я спать хочу, отстань от меня. Какое свидание, блин? Сон так важен для людей и для ведьм, и для вампиров в том числе. О чем вы все? Ай, ну все. Если я сейчас не использую рейджат, мне конец. Лучи коленом по лицу и пусть тьма выбьет из тебя все твои соки. Ай-яй-яй. Господи, я была на грани поражения, жесть! Что это за уродливая прическа у меня? Ну, правда, стрижка просто кошмар какой-то. Я-то думала, у нее длинные волосы, а она вон как. Она прикольно ногами дерется довольно легко, и это дается данной вампирше, но я все равно от нее особо не в восторге, я очень не люблю рогатых. Прям вот очень-очень. Я, наверное, могу какой-то классный прием выполнить, учитывая, что моя шкала заполнена. Но как это все выполняется, знать бы еще. Ладно, я и так с тобой разберусь. Позволь мне выпить твою кровь и наконец уйти спать. Господи, как это может быть, а? Медленно и нежно радуйся, что заставила тебя страдать. Ну и усни. Сонный вампир, это вообще как понимать? Сонная демоница, сонная ведьма, очень странно. Не знаю, она, это, конечно, мне кажется очень вызывающей, эти чулки. Вообще-то, вот там, где верх чулков, хорошо бы, чтобы юбка это все закрывала, у нее все на показ. Не, юбка едва прикрывает пятую точку, блин, я уж молчу о чулках, ау. Это, Хэйхати, мне с тобой не тягаться, конечно, но посмотри на грацию моих движений. Как я тебя, а? Клево же, правда? Я намного круче твоей жены сражаюсь. Никому со мной не сравнится, ни тебе, ни ей, позволь, я тебя наваляю. С ноги в лицо, как тебе это нравится? Ну и по ногам, ногой тоже ведь здорово. Ну все, Хэйхати. Ты заплатишь за то, что меня разбудил? Я выпью всю твою кровь. Переходи на темную сторону, Хэйхати. Впрочем, ты и так уже на ней. У нас есть печеньки. Ну и классные татуировки наши. Эй, Хэйхати! Ты что, позволяешь себе так на девушку набрасываться? Грубиян, хам, деревенщина! Зайц, ты будешь наказан! Хоть как-нибудь да накажу тебя, блин! Если не могу сражаться, то хотя бы так. Паузу, Хэйхати. Зацени, как я быстро тебя избью. Я была так быстра, мои движения были так грациозны. Я воплощение женственности, пусть и вампир. Почему же мне так везет? Не, она слабенькая, прям вообще. Фу-фу-фу, слабенькая-слабенькая. Мне она не нравится. Ну все, Хэйхати. Мы с тобой одинаково стары. Так что могу себе позволить тебя наказать. Ау! Ау! Чёрт! Я так и знала, что Хэйхати меня прикончит. Он слишком силен для меня, мне с ним не справиться. Я не знаю, как я собираюсь его победить, если честно. Если бы только я могла всегда использовать свой рейджат хотя бы раза три за весь бой, тогда еще на куда не шло. Черт, у нее стебли колючие росы отбивают ее ноги. Серьезная заявленница. Так ты у нас мазохистка, что ли? Дамочка. Тебе не больно? Может, тебе еще венец, который у себя на голове Иисус имел?
Как он там правильно называется, я не помню. Может быть, тебе терновый, что ли, венец, или какой? Может, тебе еще такой на голову венец, а? Ну, чтоб совсем хорошо было. Как для мазохистки, но почему и нет? Блин, Хэйхачи из меня всю дурь выбивает. Не помогу тебе, Хэйхачи, с твоей женой. Раз ты так агрессивен по отношению ко мне, вот гад. Это мне с ним не тягаться, я не соперник Хэйхачи. Если бы он стоял на месте и не двигался, было бы совсем другое дело. Надо как-то, наверное, блокировать его атаки. Ай, блин, только так меня швыряет. Разбудил меня. И давай избивать тут. Нормально вообще? Ау! Все, зажал меня в угол. Боже, боже, боже. Я спасаюсь только Рейджатом. Когда ее нет, Рейджат, то я не знаю, что мне делать. Яростное искусство. Позволь мне, Хэйхачи, избить тебя, пожалуйста, не убивай! Мяу! Господи, боже, 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 что творится, мамочки, вот это да, жесть! Черт, у меня уже появилась призрачная надежда на то, что я победил наконец, но нет, нет и нет! Блин, эта женщина не создана для драк. Она создана, я даже не знаю для чего, но не для драк, это точно. Что слабый персонаж такой, как она, делает здесь? Я вообще ума не приложу. У нее красивые грациозные движения, но этого мало. Надо сильнее быть, блин. Готовься, пустой Хэйхачи. Я видела, что у тебя внутри нет абсолютно ничего. Все это эффектно, весьма и весьма, но так непрактично, все эти ее движения. Ау. В поясничку, с ноги, хотя мы все правду знаем, что... О, боже, о господи, что ты творишь, Хэйхачи? Все мы правду знаем, что получила она на самом деле с ноги не в поясничку, а в лицо. Это вообще непростительно для мужика. Чтобы он женщину в лицо бил, это как понимать, а, Хэйхачи? Боже, неужели есть шанс, что я победил? Может быть, даже удастся справиться без Рейджата? Очень-очень сомнительно. Боже, Хэйхачи меня вообще не щадит. Хэйхачи, я понимаю твою обиду на женщин, понимаю твою ненависть, но я здесь при чем, а? За это ты будешь наказан. За то, что издеваешься надо мной. Тебе не сбежать от моего наказания. Черт, у нас почти одинаково здоровье. Ой, блин, я так и знала, что я не выиграю. Она слишком слабая, слишком слабая. Она даже слабее, чем жена Хэйхачи. Слабее даже, чем робот. Алиса Босконович, это ни в какие ворота не лезет. Слабая, слабая вампирша. Ты хочешь из Хэйхачи кровь выпить сегодня или нет? Ты хочешь напиться перед сном или нет? Так убей его уже, наконец. Это все, что я могу. Я больше ни на что не способна. Только вот так вот разбираться с врагами. При помощи магии. Ни на что больше меня не хватает. Зато у меня ногти накрашены темным лаком и губы темной помадой. Однако... Ай, как я так попалась, а? Как будто мне это поможет победить врага, да? То, что у меня накрашены губы и ногти. Подножку подставила. Ладно, может быть, если я уйду в такую глухую оборону, то что-нибудь добудет из этого. Я не знаю, как победить Хэйхачи. Это мне не по силам. Хоть от меня еще никто и не уходил, но... Боже. Может, руками посражаться? Может, у нее лучше... О, боже мой! Ау! Да я не умею драться, я слабая, я женщина, женщины не дерутся! Я вампир! Я
Ладно, мы в ночи сражаемся, но это все равно. Ни о чем не говорит, блин. Хэйхачи, стой смирно. Тогда, возможно, я покажу тебе, как умею сражаться. Ау! 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 Гад, подставляйся под мои удары и не смей меня трогать. Тогда я тебе покажу. Может быть, а может и нет. Мои удары абсолютно бесполезные и бессмысленные. Ни разу не беспощадные. Кое-как вытащила из него всю его жизненную силу, но еще есть раунд 2. Мне сейчас наверняка не поздоровится, Хэйхачи разозлился на меня. Но я тоже постараюсь быть не промах. Ай, 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 ай! Хэйхачи, мясорубка, я все понимаю, но, блин, не так же с девушкой поступать. Да, я рогатая, нужно мне обломать мои рога, но, блин. Вот, у нас одинаково здоровье. И что вы думаете? Мне не победить, блин! Это все очевидно. Вот вы, игра мне сюрприз сделала, и я наконец смогла победить. Это было бы, во-первых, неожиданно, внезапно. Это было бы прям сама неожиданность. Да черт, побери Хэйхачи, меня только так фигачит. Ох! У меня кроме этой атаки нет ничего. Я ничего не могу вам предложить, блин. Я зла на эту женщину, она такая слабая, ну как можно, позор такой слабый быть, да еще в файтинге. Да, я тебя пальцем тыкну, Хэйхачи, блин. А как я буду драться с женой Хэйхачи? Мне даже думать об этом не хочется. Ты мне факт показываешь, Хэйхачи, ну в принципе, показывай, в принципе можно. Я слабачка, как их поискать, слабее робота, слабее твоей жены, а уж... Казалось бы, слабее их нет никого. Но вот она я. Грациозная женственная вампирша, от которой проку вообще никакого. Эй, дай пообнимаю тебя, Хэйхачи. Да стой же ты, блин. Обнимашки хочу с тобой, Хэйхачи. Нет, нет, не так, никогда меня за шею хватаю. Боже. Позволишь мне у тебя выиграть, блин? Ах, черт, я не для того подходила к нему поближе. Слабая вампирша, всех слабее всех, абсолютно без исключения. Слабая вампирша, всех слабее. Слабенькая вампирша, но женственная, но слабая, тем не менее. Слабая вампирша, хоть и свертухи бьет, но слабая вампирша. Может, это меня спасет. Я буду приговаривать, что она слабенькая, может, это вынудит ее победить, кто его знает. Эй, еще раз, слабая. Дай пообнимаю тебя, Хэйхачи, ну. Слабая вампирша, всех слабее в этом мире, всех слабее на свете, во вселенной Tekken 7, и вообще во всех вселенных остальных, самая слабая вампирша. Вампирша слабая. Хотя врезает она ему порой очень даже недурно. Так, слабая вампирша. Все, я уже выиграла, фух. Удивительно, но поговорка сработала. Может, потому что я не отвлекалась больше ни на что, кроме боя? И ты всю мою кровь выпил, Хэйхачи. Весь мой мозг выпил. А вот и жена, Хэйхачи. Сейчас мне снова наваляют, а потом еще наваляют, еще наваляют. О боже. Я гожусь только для того, чтобы зелье варить. И рога свои подпиливать. Но никак не для того, чтобы драться. Я не могу тебе все показать, я ни на что не способна. Показать тебе, что я ни на что не способна? Блин, мы же обе демоницы, ну пойми ты меня уже, ну. Пожалуйста, войди в мое положение, слабенькая вампирша, я тебя умоляю. Очень прошу тебя. Поддайся же мне, умоляю. Жена Хэйхачи.
Нет, я уже проиграла. Может, даже и не стоило выпендриваться с этой моей атакой, даже не знаю. Мне все равно не жить. Ау! Я так и знала, что один удар, жены Хэйхати, и все. Это конец. Попробую, конечно, ей надавать по лицу, пощечин. Она мне тоже надает, естественно. Ау! Но, блин, не знаю. Почему я не могу никого заобнимать? Дайте же мне пообнимать вас, ну! Хоть как-нибудь! Хоть при помощи магии! Оригинально она сбивает противника с ног и делает так, чтобы у них было одинаково здоровье, но ей все равно не выжить! Что ты спрашиваешь у меня, continue ли? Конечно, continue, блин! Что за дурацкие вопросы? Все. Вот тебе и кандидат на самого слабого персонажа. Самая слабая в мире вампирша. Ведь вампиры, они не такие слабенькие. Они даже пальцами не тыкают в своих противников. У них какие-то там другие силы, я точно не знаю. Но она, конечно, слабее всех на свете. Просто... татуировок наделала, рога отрастила, выпендривается, а толку от этого вообще никакого. Типа вся такая девушка-девушка, женщинка-женщинка из себя. Везде у нее розы, на туфлях розы, на платье розы. А толку от этого? Слабая все равно. Это не тот персонаж, которым бы я хотела драться. Я-то думала, что она намного сильнее, но нет, показалось. Показалось, как и обычно, впрочем. Ой, тигры катаются. Клево, у тебя здесь цирк, здорово, весело. Ну а сейчас. Да блин, ну дайте мне наказать! Блин, жену Хэйхати! Я и так проигрываю постоянно! Хоть как-нибудь отыграться, мне же надо в конце концов! Я думаю, что раундов 150 еще с ней меня ждет. 100-500, точнее. Ну хоть как-то, мне же надо, блин, отыграться свою поруганную честь за все эти унижения. Вот сейчас было здорово. Ну повтори, вампирша. Как ты это сделала, а? Так, жена Хэйхати, тебе не хватает женственности. Дай заобнимаю тебя, может быть так моя женственность тебе передастся хоть немножечко. Ой, блин, нет, я не соперница жене Хэйхати. Нет, 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 не соперница я. Хоть бы убить ее, хоть бы убить ее, хоть бы, хоть бы, хоть бы убить ее. Нет! Она все еще не мертва. Мяу! Фух. Пронесло, просто пронесло. Хорошо, что было замедленное действие. Если бы было не замедленное... Я вот раскрываюсь, когда я атакую врага, я открываюсь. И... враг меня тогда смело бьет, и вообще ничего ему не страшно. Но я заметила, если стоять и стоять просто, не атаковать врага, то... зацени, моя прядь передняя оказалась сзади на шее, как она ее обвела, едва ли меня не задушила. Как я это сделала, я понятия не имею, но как-то это получилось. Надо бы это почаще повторять. Ау! Жена Хэйхати, блин, ё-моё! Ай, дай же тебя избить, пожалуйста! Лобби, демоница, я хочу выпить твою демоническую кровь! Может быть, тогда я стану сильнее? А то ничто меня сильнее, блин, не может сделать, просто не в состоянии. Вот где ты была, когда я пыталась... тебя атаковать, боже! Такой момент, у меня в такие моменты всегда сердце быстрее бьется. Это всегда так страшно, блин. Если я сейчас проиграю, то я буду заново все начинать с этой женщиной, а я этого очень не хочу. Как бы так сделать, чтобы не проиграть, а? Демоническая подножка, еще демоническая подножка. Фух! Боже! Почему сражаться с женой сумасшедшего старика, когда она демон, намного проще сейчас было, чем когда она была не демоном?
Блин, ну старик, конечно, мне навалял по полной программе. Жесть, ужас. Мне кажется, я, будучи этой демоницей, заработала меньше всего денег. А, нет. Впрочем, такое же количество денег, как и другими слабенькими персонажами. Ничего такого. Забудьте. Не обращайте внимания. Я неприятно удивлена опять. Мне надоели слабенькие персонажи. От них никакого толку абсолютно нет. Сколько можно быть слабым? Боже, да сколько же здесь этих картинок-то, а? Бесконечное количество, и что самое обидное, неприятное и глупое, так это то, что они все, в принципе, по большому счету повторяются, как это глупо со стороны разработчиков было. Но им главное, чтобы в их игру как можно дольше играли, и бла-бла-бла, и чтобы и денег старались побольше накопить, чтобы потратить их, в конце концов, на все эти картинки, чтобы эти картинки стали доступны, чтобы потом можно было их посмотреть, и бла-бла-бла. Все, ребята, буду прощаться с вами, я что-то так устала от этой игры. Конечно же, усталость придали эти бесконечные бои с сумасшедшим безумным стариком, благодаря все этой слабенькой вампирше. Она, конечно, довольно симпатично выглядит, она вся такая из себя женственная, как и Алиса Босконович, но то, что они женственны в бою, их ни разу не спасает. Особенно, когда они против девушек дерутся. Все, ребята, всем за просмотр, спасибо, всем всего хорошего. Пока.